Предстоящий Международный женский день стал прекрасным поводом навестить женщин-участниц Великой Отечественной войны. Это сделали волонтеры Десногорска в форме солдат-красноармейцев 5 марта. Так прошла акция «Волонтер-красноармеец», приуроченная к весеннему празднику. 8 марта. Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать, с радостью и терпением заботиться о близких. Удалось посетить ветерана Великой Отечественной войны Октябрину Кононенко и жительницу блокадного Ленинграда Валентину Гоман. Волонтеры поздравили женщин с наступающим женским праздником, поблагодарили их за стойкость и мужество в страшные военные годы, а также подарили символичные подарки. Дай Бог и вам того же, что вы все мне желаете. Всего, да, конечно. Главное, вы будьте здоровы. Акция «Волонтер-красноармеец» проходила по всей России в преддверии Международного женского дня 8 марта.